Красные директора в СССР заботились не только о производительности труда. Всегда во главу угла ставился человек, его жизнь, быт и здоровье. Эти ценности и традиции сохраняются и в современной России, но только не везде. Одним из немногих островков социального оптимизма был и остается совхоз имени Ленина под руководством Павла Грудинина. Социальные гарантии работникам народного предприятия ЗАО «Совхоз имени Ленина» являются одним из главнейших приоритетов его руководства. Вот поэтому ровно год назад в поселке был построен уникальный водно-спортивный комплекс. В качестве партнера оператором фитнеса была выбрана компания «Фитнес Холдинг», которая работает на рынке с 2003 года, входит в пятерку ведущих фитнес-операторов России и имеет 23 собственных проекта и продолжает активно развиваться. В середине сентября текущего года физкультурный комплекс «Люби Фитнес» отметил свой первый год рождения. Напомним, что на торжественное открытие уникального спортивного сооружения приезжал лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, который поблагодарил коллектив совхоза и Павла Грудинина за заботу о людях. Сегодня, открывая новый объект, это лучший культурно-спортивный, водно-спортивный комплекс, который создавался в последнее время. На мой взгляд, это вершина социального и духовного прогресса, который демонстрирует в это смутное и трудное время наш народ. Я считаю, что у истоков этих достижений стоит Павел Николаевич Грудинин. Давайте его поприветствуем, поздравим. Годовщину открытия водного спортивного комплекса отмечали с размахом. Для гостей клуба и жителей совхоза был проведен большой спортивный праздник. Выступали творческие коллективы. Выступил ансамбль танца «Феерия», руководитель, педагог-хореограф Юдина Альбина. Особенно эффектно смотрелась на сцене у входа в спортивный комплекс группы юных балерин под руководством балетмейстера Амали Гомер. Порадовали зрителей юные гимнастки под руководством тренера, мастера спорта России Скрипченко Маргариты. Были еще выступления маленьких бойцов из группы мечевого боя под руководством тренера Давыдовой Марии. Шоу-программа номер по футбольному фристайлу Моторова Павла. Но детишкам больше всего запомнилось шоу с большой сахарной ватой, ее раздача и угощение мороженым. Синявин Павел, Поротиков Алексей провели для взрослых мастер-класс по зумби, а потом покатались под музыку на велотренажерах. Эта тренировка называется модным словом «сайкл». Отличный праздник, классный концерт, дети выступали чудесно. Больше всего понравилась спортивная гимнастика, обязательно, наверное, запишу своего ребенка. Мы очень рады, что в нашем чудесном поселке есть супер бассейн. Прекрасный праздник, отличное настроение. Огромное спасибо за такое прекрасное сегодня шоу. Мы здесь недавно, но мы так приятно впечатлены и поселком, и праздником. Все очень понравилось, очень хорошо организовано. Пока я не переехала в совхоз, никогда не было такого, чтобы было столько всего интересного, какого-то общего, каких-то общих праздников. Спасибо «Люби Фитнесу» за прекрасный праздник. Главное, что профессионалы. Вот очень приятно, когда приходят люди, которые точно знают, как организовать работу с детьми, с взрослыми. Вот. И, знаете, это такое сочетание. Мы территорию социального оптимизма с Еленой Ивановной Добренковой строили. И в этой территории появился такой объект, который привлекает очень много не только наших жителей, но и всех жителей района, Москвы. Поэтому очень хорошо. И вот годовщина, я думаю, что дальше они еще всяких вот интересных вещей нам сделают. Значит, будем совместно работать над тем, чтобы людям стало жить веселее и лучше. Вечером в бассейне продолжилась развлекательная программа. Здесь мастер-класс по аквазумби провела организатор и руководитель аквапрограмм тренер Семашкова Мария. Эффектно смотрелась функциональная тренировка на плотах в бассейне. Тяжеловато с непривычки, на самом деле, даже когда занимаешься очень много в воде, все равно тяжело, потому что работают стабилизаторы. И если у тренера очень часто меняет положение, тогда только и успевай. Посетителей клуба угощали полезными витаминными коктейлями. Как на пляжной вечеринке играл диджей. Увлекательным зрелищем было выступление на воде синхронисток
из группы Art Water. Весь вечер в пышных костюмах девушки коллектива шоу Dream Ballet танцевали бразильские танцы. Кульминацией праздника стало световое шоу коллектива «Пандора». Праздник завершился поздно вечером и подарил множество положительных эмоций. Организаторы высказали слова благодарности Павлу Грудинину и коллективу совхоза имени Ленина. Сегодня «Люби фитнес» празднует свой первый день рождения, нам 1 год. Им очень хочется поблагодарить Павла Николаевича Грудинина и сотрудников зала совхоза имени Ленина за такой великолепный комплекс, который был передан нам в управление. И на сегодняшний день уже больше 7 тысяч человек пользуются услугами нашего фитнес-клуба, оздоравливается, набирается сил, здоровья для доброй, красивой жизни. Приглашаем всех и вас. Мы продолжим освещать события, происходящие в совхозе имени Ленина, если вы будете поддерживать нас репостами, лайками и подпиской на наш канал. Не забывайте делать посильные пожертвования на развитие нашего канала ТВ «Совхоз». До скорых встреч. С днем рождения, I love you, fitness.